Библейский портал экзегет.ру представляет. Дорогие друзья, мы приступаем к изучению одного из самых любимых, несмотря на всю свою трагичность, псалмов. Псалом 50-й. Это, наверное, самая популярная покаянная молитва из тех, которые мы используем за нашим богослужением. Кстати, для тех, кто не знает, наши записи проходят в Московском Сретенском монастыре и публикуются на сайте Сретенского монастыря, а также на портале exeget.ru. Псалом 50-й – это первый из псалмов второй части Псалтыри, а мы говорили, что Псалтырь делится на 5 частей по той хронологии компоновки гимнов в единый сборник, которым мы знаем сейчас. И этот псалом написан именем Давида. Заголовок псалма связывает данный текст с упреком Давиду от придворного пророка Нафана. Как мы знаем, Давид совершил два греха. Он не только совершил грех прелюбодеяния с Версавией, но и также убийство, коварное убийство ее мужа, Урии Хиттиянина. Хиттейцы – это был отряд такой наемных военнослужащих, достаточно храбрых воинов. И тот факт, что по приказу Давида Урию поставили в первых рядах, говорит нам, что человек он был достаточно смелым и преданным Давиду. В этом убийстве упрекает Давида Нафан, и мы знаем эту историю из второй книги царств, 11-12 главы. Язык псалма живой и интенсивный. Местами звучат повторы одной и той же идеи. Автор не пытается пересказать свою историю падения. Он изливает в стихах, используя характерный для библейской поэзии параллелизм, переживания, метания своей души, метания от стыда до отчаяния, от погружения в себя до мольбы о прощении. Исследуя данный псалом, нам не столько важно увидеть какую-то логику в повествовании, здесь нет какой-то последовательности развития событий, сколько прочувствовать, пережить те эмоции, которые настраивают души читателя на лад покаяния. Как я уже говорил, в ходе богослужебного использования на протяжении многих столетий некоторые стихи стали неотъемлемой частью различных канонов служб Православной Церкви. С другой стороны, есть некоторые стихи, например, о том, что я был в беззакониях зачат, или в отношении Духа Святого, о котором просит Давид, чтобы не отнять от него. Были и есть богословские дискуссии. Рассмотрим поподробнее стихи псалма. 3-4 стихи по синодальному тексту начинаются с просьбы «Помилуй меня», «Будь милостив ко мне». Этим автор хочет сказать, что ему нечего сказать в свое оправдание. Он надеется на многую милость Бога, на любовь Божию, надеется на многое прощение, на великодушное прощение, которые присущи Богу всегда, от века. В 31-м псалме человек назывался блаженным, если грехи ему были отпущены, беззакония были ему отпущены, а грехи прощены, покрыты. И такой человек блаженный, потому что за его грехи его Господь не накажет. В 1-2 стихах данного псалма звучит просьба, устремленная к приобретению такого блаженства. «Мои преступления изгладь, мои ошибки омой и от греха моего очисти». Глагол «изгладь» или
по-другому можно было бы перевести «обнулируй», намекает на какую-то особую книгу, в которой записывается все, что делает каждый человек на Земле. Такая книга, если мы посмотрим на Второзаконие или на четвертую книгу Царств, она находится где-то в Поднебесной. Стереть из книги значит забыть, изгладить из памяти. Если Господь изглаживает из памяти преступления, значит, Он более не вспоминает об этих грехах. Глагол «омой» обычно используется в Библии для обозначения стирки одежды, отмывания одежды от грязи и пятен. Следовательно, приблизиться к Богу можно только чистому человеку, тот, у которого чистые, омытые ризы. Поэтому, если кто-то прикоснулся к трупу нечистого животного или иным каким-то образом осквернился, он должен был по книге «Исход» омыть или буквально постирать свои одежды. Используя тот же самый глагол «стирать», пророк Иеремия говорит об омовении сердца. «Смой злое сердце твоего, Иерусалим, чтобы спастись тебе». Иеремия иронически подмечает тщетность внешних омовений, если не очищено сердце человека. Хотя бы ты умылся мылом, нечестие твое отмечено предо мною, говорит Господь. Таким образом, по псалму грех подобен укоренившейся грязи, которая должна быть полностью вымыта из человека. Глагол «очисти». Он очень часто встречается в культовых контекстах. Посвящение левитов на служение в Доме Божьем происходило только после того, как они были ритуально очищенными. Если человек исцелялся от проказы, то после осмотра священником его объявляли чистым, а одежду, которая ранее соприкасалась с больным телом, ее омывали. Стихи 5-7. Давид честно признается, что согрешил. В нем есть это самосознание греха. «Беззаконие мои я осознаю». Он не пытается скрыться от глаза совести. Да даже если бы он и пытался, он все равно не смог бы, потому что содеянное преступление не изглаживается из памяти. Грех всегда стоит как бы перед его лицом. Он всегда видит лицо этого греха. Постоянное напоминание совести о грехе создает некоторое напряжение в его жизни. Словно грех, или вернее воспоминание о грехе, его преследует. 6 стих «Тебе единому согрешил». Это признание того факта, что перед Богом ничего не сокрыто. «Тебе единому согрешил» не означает, что Давид совершил какое-то культовое или религиозное преступление в узком смысле этого слова. Сделал что-то в храме не то. Когда Нафан обличил Давида в том, что тот убил Урию и совершил прелюбодеяние с Версавией, то Давид сразу ответил по книге царств: «Я согрешил пред Господом». По библейской традиции любое зло, совершенное против другого человека, является грехом пред Богом. Пророк Иеремия ставит в один ряд каждение вслед иных богов с притеснением вдовы, иноземца и сироты. Воровство, клятва во лжи, прелюбодеяние и убийство – это одно и то же для него, что и каждение Ваалу. Он не разделяет социальных преступлений от религиозных. Напротив, только порядочный во всех отношениях человек и может приносить Богу угодные жертвы. Та же идея подчеркивается Спасителем в притче о страшном суде. Перечисляя виды обездоленных людей, Христос ставит знак равенства между социальной заботой и богоугождением.
так как вы не сделали этого одному из сих меньших, говорит Христос, то не сделали мне. Таким образом, конечной жертвой нашей бесчеловечности по отношению друг к другу является сам Бог, который страдает за всех нас. Седьмой стих, фраза «Я в беззакониях зачат» является поводом для различных дискуссий в отношении ее интерпретации. Хотя роды, как и менструация по книге Левит, временно делают женщину ритуально нечистой, вряд ли можно утверждать, что само по себе зачатие нового человека – это ошибка, грех. Новая жизнь – это дар Божий, а многочисленные дети – признак Божьего благословения. Греховной может быть страстность, которая сопровождает влечение супругов друг к другу. В этом случае «во грехе родила мать моя» вовсе не означает, что мать совершила измену. Речь идет о какой-то наследственной несовершенности человеческой природы, которая передается из поколения в поколение от первого человека. Адам и Ева согрешили. Следствием их личного греха стало повреждение человеческой природы во всех их потомках. Склонность всякого человека ко злу с момента рождения. Конечно, в процессе взросления и воспитания своей волей человек может укорениться в добре или во зле. То есть человек может себя слепить, может себя направить в том или ином направлении. Это зависит от множества факторов. Какова бы ни была бы траектория воспитательного процесса, нельзя забывать о первородном грехе, о склонности ребенка, младенца не только к добру, но и ко злу, которая проявляется в каждом человеке от рождения. Отсюда и та двойственность. С одной стороны, мы хотим видеть во младенце ангела, ангелочка, а с другой стороны, недоумение, почему два близнеца в коляске дерутся друг с другом. Откуда у них появилось ощущение ненависти друг к другу и соперничества, если мама этому их не учила? 8-11 стихи. Бог желает истины, или точнее бы перевести можно было бы слово «эмет» как «верности». Грех – это не просто аморальный поступок, каким бы отвратительным он ни был. Это предательство пред Богом, разрыв общения между Отцом Небесным и Его людьми. Бог верен, и Он ожидает, желает взаимной верности. Он словно стремится к ней. Понимая это, псалмопевец остро осознает свой недостаток отсутствия взаимной верности. Выражение, переведенное на русский язык как «в сердце» или «внутрь меня», являются крайне необычными. Буквальный перевод первой фразы можно было бы сделать таким. «В сердце», то есть «в темноте», невидимо для глаз. Второй фразы «внутрь меня», то есть «в секрете», замаскировано, тайно. Здесь мы имеем дело с неким парадоксом невидимого присутствия в мире промысла Божия. Если следовать делению предложения на части по греческой традиции, вслед за которой идет славянская, может получиться несколько иной перевод 8 стиха. Итак, мы по-другому сейчас поставим запятую. «Вот ты возжелал верности, запятая, невидимо и скрытно ты явил мне мудрость». Псалмопевец умоляет научить его той мудрости, которая коренится в страхе Господнем. Итак, Бог верен и желает верности. И мудрости Он научает невидимо для человека, как бы тайно. В 9 стихе употребляется слово «иссоп», «окропи меня иссопом».
Это слово упоминается в Библии как растение, которое использовалось евреями для того, чтобы из него сделать крапиво. Стебли из сопа, связанные в пучок, были удобны для окропления предметов жидкостью, как правило, кровью жертвенных животных. Пучки сопа использовались для смазывания кровью косяков дверей и верхней перекладины при выходе евреев из Египта. Ну, это 10-я казнь египетская, если вы посмотрите на книгу «Исход». Пучки сопа также использовались при ритуальных очищениях. Слова «окропи меня из сопом и буду чист» говорят о чем-то более глубоком, чем ритуальное очищение. Грех, который Давид исповедовал, должен быть очищен. Просьба к Богу «омой меня и буду белее снега» при ближайшем приближении намекает на яркость, на светоносность, на белизну снега на вершине горы Ермон. Но в пророческой перспективе на такую светлость преобразившегося на горе Иисуса Христа, при которой даже одежды сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. Сокрушенные кости, которые здесь упоминаются в 10 стихе, могут указывать на состояние напряжения и отчаяния. Псалмопевец жаждет возвращения той былой радости и блаженства, которое является признаком расположенности к нему Бога. Итак, здесь нет никакой речи о болезни, моральное сокрушение костей. 12-15 стихи являются смысловым центром, апогеем псалма, его вершиной. Псалмопевец ждет чуда, которое может сделать только Бог. Глагол «творить», упоминаемый в 12 стихе, делает акцент на Боге как Творце. Этот глагол упоминается в Священном Писании нередко в тех контекстах, когда происходит творение чего-то из ничего или какое-то радикальное творение, преображение чего-то, изменение статуса природы, ее формата бытия. Так, если посмотреть по Библии, Бог творит, тот же глагол «бара», небо и землю. Вначале сотворил Бог небо и землю. И упоминается этот же глагол «бара». Бог творит концы земли, творит север и юг, звезды, ветер, небеса, новое небо и новую землю по книге Исаии. Автор псалма боится, как бы Дух Господень не отступил от него, как это когда-то произошло с Саулом. И поэтому просит Бога укрепить его на борьбу с грехом. «Дух правый» или по-другому «неизменный, прочный, обнови внутрь меня». Этот же дух далее называется духом владычественным, или по-другому можно было приобрести духом усердия, тот, который царствует, владеет, ведет. Этот дух побуждает человека усердствовать о своем спасении, искать те дороги жизни, которые ведут ко спасению. Это приводит к такому состоянию, при котором человек может сказать сам о себе: «Желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце». 39-й Псалом. Обновление духом предполагает перерождение свыше. Такую мысль мы находим у пророков. «Дам вам сердце новое, и дух новый дам вам. Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Пророк Иеремия. Сочетание «Дух Святой» встречается только здесь и у пророка Исаии. Во всех трех контекстах в первую очередь это описание характера Бога. Бог по природе свят и праведен.
Он отделен от зла и от нечистоты. В других случаях слово «святой», употребляемое само по себе, может относиться не только к Богу, но и к Его творению, например, к горам Божиим, и отсюда устойчивое выражение «святая гора», или к особым местам, избранным Богом, местам для богослужения, где потом были поставлены святилища, скиния, храм. Или такой святой может называться храмовая утварь, которая отделена от светской утвари. Или какие-то святыни, которые отделяются на посвящение Богу. Жертвоприношения, которые тоже берутся, скажем, из общего стада и потом возносятся на Господнем алтаре. Таким образом, псалмопевец словно просит Бога сделать его причастником той чистоты и святости, которая свойственна Богу по природе, отделить от него грех и, наоборот, ввести его в то пространство отделенности Бога от всякой греховности. То есть Бог не желает отнять Святого Духа. Все зависит от нашего произволения. Когда человек творит зло, тогда действительно от него Дух Святой отступает. Потому что сам человек отступает от этого Духа Святого. Сам человек удаляет себя от Бога. Вот в чем проблема, что здесь мячик не на стороне Бога, как будто Бог действительно не желает, чтобы человек все время пребывал в Его благодати, а мячик на стороне человека. Мы не желаем быть с Богом, предпочитаем земное счастье небесному. Обновленный духом человек желает поделиться радостью о своем спасении. 16 стих. Остановить других людей, которые стали на путь беззакония. Псалмопевец верит, что это можно сделать мирным путем, через обучение закону Божию, через наставление, которое грешных людей должно обратить на праведный путь. Вдохновленного Богом человека трудно остановить. По книге «Деяний святых апостолов» иудейские власти не смогли заставить Петра и Иоанна замолчать, когда те проповедовали о воскресении из мертвых в Иисусе. На все угрозы начальников народа Петр и Иоанн отвечали: «Мы не можем не говорить того, что видели и слышали». Желание проповедовать всему миру о благости Божией мы видим и здесь, в этом псалме. Это желание появляется не после прочтения учебников по мессиологии, а после очищения сердца от греха и исполнения его Духом Божиим. 16-19 стихи. Слова «избавь меня от кровей» могут пониматься по-разному. Если интерпретировать кровь как намек на заклание жертвенных животных, в таком случае речь идет о том, что радость человека не должна быть связана с проливанием крови животных, ибо жертвы ты не желаешь. Ну, такая гринписовская интерпретация. Если же интерпретировать кровь как намек на убийство, которое ранее совершил автор псалма, в таком случае речь идет об избавлении от последствий кровавого поступка, от мук совести, наказания за грех. Псалмопевец чувствует, что за свои грехи, за свои проступки он заслуживает смертной казни. Жертвоприношения не могут избавить его от смерти. Поэтому он полагается на милость Божию и предлагает самую дорогую, на его взгляд, жертву. Разбитый дух и кающееся сокрушенное сердце. Его будущее в Божьих руках. 20-21 стихи. Они стоят как бы особняком, завершая в 50-й псалом. В них опыт покаяния одного человека становится основой для покаяния и надежды на обновление для всего народа Божия. Как и многие другие псалмы,
речь от первого лица здесь заканчивается упоминанием всего общества верующих или ссылкой на Иерусалимский храм. Впрочем, это одно и то же, когда речь идет о Сионе. «О благодетельствуй по благоволению твоему Сион, воздвигни стены Иерусалимские». Мечта восстановить стены Иерусалима многим исследователям кажется более уместной во времена уже после Давида, когда народ находился в плену в Вавилонском или только из него вернулся. Отсюда напрашивается предпосылка думать, что последние два стиха были дописаны позже создания основного текста. А блаженный Феодорит Кирский предлагает такую идею. Он в соединении стихов, написанных от первого лица, со стихами, которые говорят обо всей общине, видит некое пророчество, пророчество Давида. Посему, цитирую, «просвещаемый лучом благодати и провидя пророческими очами, что и народ, над которым Давид царствует, впадет в беззаконие и в наказание за оные грехи, будет порабощен и переселен в Вавилон, написал Давид настоящий псалом, и собственные уврачуя им язвы, и уготовляя так и всякому из нас, кто только уязвлен и имеет нужду во врачевании». Другими словами, по блаженному Феодориту, этот псалом имеет несколько перспектив. Первое – ближайшее личное покаяние Давида. Вторая перспектива – о пленниках, которые будут возвращаться из Вавилона и будут надеяться на восстановление Иерусалимский храм. И третья перспектива – это указание на всех нас, которые имеют нужду во врачевании своей души. 21 стих, в котором речь идет о благоугодности всесожжений, на первый взгляд идет вразрез со сказанным выше утверждением, что ты к всесожжению не благоволишь. 18 стих. Сравните повествование 18 и 21 стиха. Отсюда могут следовать неверные выводы, что якобы псалом заменяет жертвоприношение жертвенных животных духовным поклонением. Действительно, в писаниях пророках и в других псалмах слышится критическое отношение к системе жертвоприношений. «Жертвы и приношения ты не восхотел» – 39-й псалом. «Всесожжение и жертвы за грех ты не потребовал». Но это не значит, что жертвы совсем не нужны. При условии правильного отношения к жертвам, чистоты помыслов и поступков, поклонение Богу может быть выражено через правильные жертвы. Или по-другому, в 21 стихе, через жертвы правды. То есть жертвы, приносимые с правильным ритуалом людьми, которые правильны, праведны пред Богом. Когда эти два типа правды объединены, поклонение Богу становится истинным, праведным и верным. Собственно, это и есть основная тема 50-го псалма. Преображение души человека через покаяние и обновление Духом Святым, дабы побудить его на проповедь Слова Божия и правильное поклонение Богу. В одной из православных интерпретаций понятие «жертва», которая является праведным и богоугодным, блаженный Феодорит делает ссылку на апостола Павла, который говорит о том, что мы должны наши тела представить Богу в жертву, тела, которые должны быть святыми и благоугодными Богу, чтобы нам продолжать Ему словесное свое служение. Кто-то говорит, все ясно. Вот мне не все ясно. Мне не все ясно. Вот мы говорим, Духа Твоего Святаго не отыми от меня. Эти слова стали частью молитвы,
третьего часа, которую священник читает в центральный момент перед тем, как произнесет главные слова за литургией в евхаристическом каноне. Означает ли это, что по временам Дух Святой отступает от человека? Что и у священнослужителя бывают такие периоды, когда он лишен благодати Святого Духа? Если мы посмотрим на святоотеческие толкования, увидим ответ «нет». Что Давид, как и священнослужители, в силу помазанности от Бога, в силу призвания к особому священству, царственному священству или храмовому священству, они всегда пребывают под водительством Святого Духа. И поэтому действительно возникает вопрос, что значит «не отыми от меня». Дух Святой тогда покидает человека, когда мы сами заполняем душу чем-то несвятым, не оставляя для Духа Святого места. Христос желает пребывать в нас Духом Святым. Но если мы душу свою заполняем непотребствами, то Он просто не помещается. И если наши приоритеты склоняются в сторону суетных, пустых помыслов, дел воспоминаний, если наши поступки полны злодеяний, то тогда действительно нет в нашей жизни Духа Святого. Но это не означает, что Бог действительно отнимает Святого Духа, или по временам крещенные люди пребывают в состоянии безблагодатности. Да, может человек пребывать в состоянии безблагодатности, когда он сам ведется за греховным помыслом. Но это не означает, что Бог его оставил.